Ровно 50 лет назад, 26 сентября, Каспийский сад номер 15 распахнул свои двери для малышей. За годы своей работы дошкольное образовательное учреждение показало отличные результаты и выпустило множество воспитанников. Большое количество наших сотрудников были отмечены множественными грамотами, наградами. Также недавно наш сотрудник, воспитатель, который проработал в нашем саду более 40 лет, получил звание почетного работника. В прошлом году еще одна наша сотрудница получила нагрудный знак «Верность профессии». Я хочу поздравить детей, родителей, сотрудников, всех работников дошкольного образования с таким прекрасным днем. Хочу поблагодарить всех наших сотрудников за годы своей прекрасной работы, за то, что отдали столько лет своей жизни на воспитание, обучение, образование детям. Пусть наш сад всегда будет наполнен счастливым, звонким детским смехом, искренними улыбками, любовью и радостью. Пусть все детки будут здоровыми. В этот день за праздничным столом собрались ветераны данной профессии, педагогический состав, родители и многие другие. Почетным гостем праздника стала начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова, которая поздравила детский сад с юбилеем, а также вручила почетные грамоты воспитателям от главы города Бориса Гонцова. И управление образования за многолетний добросовестный труд, значительный вклад и воспитание подрастающего поколения. Я всегда говорила и говорю, что дошколята – это вообще особая каста. Вот когда собираешь педагогов в зале, я сразу просто фотографирую и говорю, что это работник дошкольного образования. У вас на лицах особая какая-то печать, наверное, потому что вы работаете с малышами. А самые чистые ангелочки – это детки дошкольного возраста. Из них можно лепить, делать людей высшего качества. Поэтому всегда преклоняюсь перед трудом именно дошкольного работника. Тем более праздник у нас накануне Дня воспитателя. Вообще замечательно, так совпало все. Я искренне каждому из вас желаю всем абсолютно здоровья, однозначно здоровья, потому что это самое главное в жизни. Я хочу, чтобы ваш коллектив не просто процветал, но чтобы радовал всех нас своими профессиональными успехами и достижениями. Для этого у вас все есть. У вас хороший коллектив. Праздничный концерт сопровождался оригинальными и интересными выступлениями детей и воспитателей. Они подготовили песни, стихи, танцы, а также веселые юмористические частушки. В детском садике сончат, как не удивляться, воспитатель. Извините, чаепитие у нас. Закончилось мероприятие поздравлением от гостей праздника, родителей, выпускников, а также творческими номерами.